На рассмотрении Госдумы сегодня ряд важных документов. В том числе второе чтение проходит законопроект о праве жильцов многоквартирных домов платить за услуги ЖКХ организациям, которые поставляют свет, газ и воду напрямую. То есть без посредничества управляющей компании. Такой договор можно будет заключить, если решение примет общее собрание собственников. Предполагается, что новые правила помогут избежать случаев, когда по вине недобросовестных управляющих компаний коммунальные платежи не доходят вовремя до адресата и возникает угроза отключения дома от воды или теплоснабжения.